Кировске состоялись общественные слушания. На повестке дня бюджет на 2019 год. Каким будет главный финансовый документ города? Ответ на вопрос в нашем следующем сюжете. По словам специалистов, бюджет следующего года, как и двух предыдущих лет, будет достаточно напряженным, но определенные отличия все же есть. Отличие бюджета 2019 года, его основных параметров заключается в том, что в сравнении с бюджетом этого года у нас произошло увеличение как доходной, так и расходной части бюджета порядка 250 миллионов рублей. Вызвано это в первую очередь на сегодняшний день планируемым выделением субсидий из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Выделенные средства планируют потратить на завершение строительства Ледового дворца и реконструкцию кинотеатра «Большевик», а также на прокладку инженерных и транспортных коммуникаций на поле Умнецкого. Что касается других городских расходов, больше 35% бюджета будет выделено на нужды образования. При формировании общего проекта бюджета мы в первую очередь исходим, конечно, из необходимости обеспечения принципа сбалансированности бюджета по доходам и расходам при безусловном сохранении социальной стабильности, но и выполнении всех социальных обязательств муниципального образования, включая расходы на оплату труда, на выполнение майских указов президента и на все социальные выплаты, предусмотренные законодательством. При подготовке к общественным слушаниям письменных предложений и замечаний от граждан не поступало. Вопрос был задан непосредственно на заседании. Речь зашла о безопасности дорожного движения. Возможно ли внести дополнение или предложение по тому, чтобы вот в этой транспортной развязке, когда пешеходы идут от улицы Солнечной до Конституции, там школа номер 5, очень активно этот участок дороги используется, чтобы все-таки сделали для пешеходов зоны, чтобы можно было безопасно передвигаться. Предложение взято в работу, и позже будет дан официальный ответ. Что касается проекта бюджета, это еще не конечный документ, а только базовый вариант. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день идет формирование стратегии социально-экономического развития города Кировска. Проводятся социологические исследования, в которых на сегодняшний день участвует и население, и предпринимательское сообщество. Корректировать проект бюджета планируют в течение всего следующего года.